решилась. А вам не кажется, что это слишком жестоко? Ах, да брось, она это заслужила. Разве она виновата, что запала на Майка? С какой стати она на него вешается? Я просто защищаю Эльму. Если он президент класса, это не значит, что он принадлежит всем. Нет, Эми, я ничей гвоздь. Конечно, конечно, милый. Сказал, на выходных мы одни. Джош! Джош! Господи. Ну что там опять с нашей наивной сестренкой? Надо срочно вмешаться. Записка. Рад, что ты пришла. То есть начать потихонечку. Ну, с поцелуев. А там как пойдет. О, да, детка. О, Господи, она раздевается. Что? Господи Боже! Мэтт? Что вы здесь делаете? О. Ханна! Прости, Ханна. Ханна, нет, стой! Нехорошо вышло. Это просто такая глупая шутка. О. Черт! Вот вы, подонки! Вы все! Ханна! Кто-то ходит. Что за хрень? Ханна! Что такое? Куда это она пошла? Да она просто шуток не понимает. Мы просто пошутили, Ханна. Что вы сделали? Мы дурачились, Бет. Ну, пошутили. Да вы дебилы! Ханна! Ханна! Ну, может, догоним? Знаешь что, Майк, тебе она сейчас вряд ли обрадуется. О, черт! Ah!
Боже, твою мать! Что у тебя, Ханна? Где ты? Ханна, ты же замерзнешь совсем. Вот, держи куртку. Я такая дура. Идиотка. Ханна. Ha ha ha!
прежде чем мы начнем, послушай меня. Очень важно зарубить кое-что себе на носу. Никто не в силах исправить прошлое. Оно нам не подвластно. С этим надо смириться, чтобы жить дальше. Но это понимание также дарит свободу. Все, что ты делаешь, все твои решения открывают двери в будущее. Помни об этом, когда будешь играть в игру. Каждый твой выбор влияет на твою судьбу и судьбы тех, кто рядом. Итак, ты хочешь приступить к этой игре? Большой шаг. И я буду тебе помогать. Порой эти вещи бывают немного страшными, даже жуткими. Но не забывай, даже если ты влипнешь в совсем неприятную ситуацию, я всегда помогу тебе найти из нее выход. Ладно, начнем с простого упражнения. Пожалуйста, переверни карту и посмотри, что на ней за картинка. Опиши свои чувства. Только, пожалуйста, отвечай честно. Это очень важно для достижения эффекта. Итак, какие чувства вызывает у тебя эта картинка? Но только честно. Хорошо. Главное, честно. Так что же все-таки приводит тебя в трепет?